Когда я сюда ехала, я ощущала в своей жизни некий застой. А сейчас я понимаю, что я могу не то, что я думаю. То есть, как правило, там вот это я могу, это я не могу, а здесь я поняла, что я могу то, что я не могу. Очень впечатлили меня походы в трекинге наши горы. Я почувствовала как какой-то такой, не знаю, даже кайф, что ли, от этого, от того, что ты ползешь, и кажется, что ты уже больше не можешь, и сердце сейчас выпрыгнет и в груди, останавливаешься, делаешь два спокойных вдоха-выдоха и пошел. Я была поражена этому. На арт-йоге я тоже была поражена, потому что казалось, что я ни за что никогда это не сделаю. Но тем не менее, делаешь, и у тебя получается, это здорово впечатляет. Это дает такое расширение твоих возможностей. Молодец. Вот. Что еще? Совершенно замечательный коллектив. Я когда ехала сюда, я, конечно, переживала, что я буду тут чужой, что меня не примут. Вот. Но получилось очень замечательно. Вот спасибо вам, мои дорогие, за все, за ваше тепло, участие, поддержку. Вот. В общем, все очень здорово. Спасибо. Спасибо.